Одну, да? Одну, да. Угу. Красную, любую красную карточку, любую, выбирайте и читайте. Так. Если вопрос не нравится, можете не отвечать. Вопросы, потому что бывают... Занимались ли вы сексом вне дома? Где? Ну, знаете, мы с женой довольно часто выезжаем и, на отдых и, по миру и по России, поэтому приходилось. Не буду продолжать эту тему, мог бы, но не буду. Хорошо, так. Еще раз. Желтая. Любую желтую. Неловкий вопрос, как раз вот про домашних животных. Умирали ли ваши домашние животные по вашей вине? Ну, я вот так напрямую по нашей вине не умирали, но вот один котенок у нас погиб, мы не сразу вот сообразили, что он серьезно болен, думали, так просто какие-то особенности роста, и когда уже повезли к ветеринарам, они посмотрели, сказали, что лучше усыпить, потому что вы где-то на недельку опоздали. Вот такая история была. Так что надо читать вот книжки по вот болезням животных больше. Говорят, что все от Бога, так что... Вот, наверное, да? Есть, даже жизнь кошек от Бога. Есть такой подход. Да, и последний. Или, как принято говорить, крайний. Крайний. Да, голубую, всю гамму мы с вами прошли. Так. Вопрос на подумать. Вам иногда кажется, что вы умнее большинства ваших друзей? Да, вот в контексте. Вы знаете, мне этого не кажется. Так. Но некоторые друзья мои об этом мне иногда откровенно говорят. Говорят, Юрий, ты самый умный. Ты умнее. И приходится верить. Спорить не приходится. Я так искренне говорю, что приходится верить. И я верю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».